разница между передом и задом, потому что если вообще сильно захотеть хоть 5 центов ехать. Есть такое. Так я макс после двух, а там сколько, 85 или сколько у него? Чё за нахуй, блядь? Ты разъебался еще, что ли? Сука! Тебя нахуй. Нахуя вы, блядь? Пиздец. Вот ты ебаный долбоящер, блядь. Вот я, сука, в шоке, блядь. Блядь. Ну ёб. Ну нахуй. Ром, может поменяемся? Который Якубович. Да я понял. Бля. Ну и сейчас я уже не успею, так что. Так что. А сильно разбился, еще круг проедешь, Макс? Она неуправляемая. Че не знаю. А где ты находишься? Где? Да нет, ты че какой, сейчас боксы надо. О, чинить. Давай, чинишься, нам еще Барбоса надо догнать. Сколько? 271. Ебать. Ты даже мой рекорд побил, блядь. Ну, мы будем восьмым. 24 на 64, 4.5 минуты, блядь. Ясно. И это еще без учета того, что похерная максималка будет. Заглуши мотор. Кстати, реально, это еще, кстати, хороший урок, что надо реально всегда на всех питах глушить мотор, потому что он на них тоже греется и тратится ресурс. Конечно, дауншифты тут тоже, скорее всего, сыграли большую роль, но и глушить тоже вот точно не помешает. Я глушил всегда. Я глушил буквально один раз, когда разминаться тут пошел. Ну, хотя бы на ремонте. Рома, а ты ночью как проехал? Нормально? Да. Вообще никаких инцидентов нет? Нет. Красава. Только пару там врещин. Там, где маг задвинул, только ты ехал перед Тартаруш. Я там тоже перестраиваюсь. Только так иногда забавно. Я перестраиваюсь, поворачиваю, смотрю в зеркало, а там с эти фары крутятся. Уже чувак заспинился. Так, я заглушил мотор, но я не знаю кнопку, как разглушить. Ну хоть, ну ты знаешь, что диспетчер задач есть, так что через него, блядь. Ой, блядь. Ну на ту же, что, блядь, заглушил, на ту и заглушил. Да, а потом на старте. Ну в смысле, включаешь, когда у тебя там дисплей загорается, короче, это вот кнопка. Зажигание. Зажигание. Ты хочешь сказать, что ты после прошлой недели не поставил кнопки? Они у меня стоят, я просто не знаю, какие. Блять. Я просто не смотрел. Блять, подпиши их. Ну вот я нажал и у меня загорелся этот. Загорелись приборчики. Теперь стартер делать это. Попробуй на S. Сейчас вот у тебя нихуя не горит, кстати. О! Эй! О! О! Какая кнопка? И заглушить. Эй! Эй, это... Странная логика. Ну ладно. Ну чё теперь не знаю. Ты сейчас ты его только заглуши.
Девятый тоже в боксах. Нормальный. А десятый в жопе. Не, ну так-то неплохо гонка. Хорошее окончание гонки. Мне нравится. Я прям в восторге. Давай Максик софт нахуй и 27,9 нахуй. Какой софт? Я уже все. Какой 27? Надо, блядь, из 19 бля, выходить. Бля, я нажал. Что? Твою мать, блядь. Что? Сука. Ты пробел, что ли, нажал? Да нет, вроде. Че у тебя там, блядь? Блядь. Блядь. А можно более детализированное сообщение о проблеме? Пожалуйста. Блядь, я нажал прейс, блядь, сука, я нажал пробел, блядь, но мне отменило ремонт, падла. Блядь. Нахуй ты пробел-то нажал, блядь. Блядь, слишком много косяков в одной гонке, блядь. Ты уже просто второй пиздец. Раз его нажимаешь. Просто пиздец, блядь. Ну нельзя, блядь, по тем же граблям ходить, сука, все время. Макс. Нельзя, блядь? Нет, ну блядь, ну тебе нельзя, ты, блядь, кто нахуй? Перед тобой живой пример. Мышка, сука, уехала, блядь. Мышка важна для пилотажа, да. Ой, блядь. Ром, заходишь? Нет еще. Так он не починился ни хрена. Блять, что ты так заходил, блядь. Меня двигу сразу. Макс, ты пиздец, нахуй. Я с тебя охуею. А ты знаешь, как я охуею, блядь, с того, что происходит? Движок сгорел, блядь. Ну, это хуйня, игра, ты зачем машины делать? Игра, сука, блядь, ты понимаешь? Вот игра, блядь, как тонко намекает, блядь. Press escape, блядь. Нажми, блядь, фу, блядь. Press space to... to этот, блядь. To remove damage. To skip damage, если бы... To skip. Просто to remove damage. Блядь, я не понимаешь? Я, блядь, нажал на неё. Сука. А чё это, Рома, там не хочешь проехать? Да сейчас, но я просто думаю, не успею к концу этого круга уже. Блять, а ты еще не загрузился? Загрузиться? Нет, я только в Steam зашел. Пиздец. Два круга. Да блять. Макс, ты пиздец меня расстраиваешь, конечно, нахуй. Меняй психологию своего этого... вождения в гонках на выносливость. Ага. Так, мне ехать еще один круг или заезжаем сейчас? По-моему, ты только что сам ответил на свой вопрос. Заспинившись. А? Не знаю, она едет куда-то. Ну она куда-то едет, но, блядь, если ты за 3 минуты загрузишься, то я могу еще проехать, я думаю. Ты в Порше сейчас. Да смысл у вас пит-стоп будет быстрее, чем, блядь. Ты минуту потеряешь, проезд попитит плюс там час минут. Замена пилота, там, блядь. У меня сейчас первый запуск после ребута компа, так что он будет не быстрым. Я только к следующему кругу, если повезет, успею. Так что езжай, чинись, Макс. Ты сейчас уже пару раз привожился, сейчас, блядь, ремонт еще дольше будет, а то и колесо нахуй потеряешь. Ой, блядь, я, сука, я, блядь, не могу. Вот посиди, подумай, что за хуйня, почему так происходит.
Почему так происходит? А почему движок, блядь, горел? Да это хуй с ним, угол, а остальное все почему? Макса в угол, блядь, надо поставить. Блядь, 261 секунда, блядь. Надо сейчас не нажать этот эскейп. Ладно, у меня грусть серфактор, я отошел на 2 минуты. Давай. Ты реально подумай, что за хуйня? А я тебе знаешь, что скажу? Хуйня? Почему такая хуйня? Потому что ты не на том месте, где ты должен. Ну, вот блядь, ты хуйню-то творишь в итоге. Почему ты это творишь? Почему нельзя их спокойно, без разворотов, не разбивать машину? Просто хуярить. Даже мелю, блядь, проиграли. Он ну, был, вот так вот. Хуй знает, где он был сзади. Ты, блядь, первый раз сел за руль. Вот не разъебался бы, подождёмся. Ёптать, еще в круг, глядишь, въехал, потом рестарт, пожалуйста, ты в лидерах. Не, блядь, в итоге плюс 3, нахуй, плюс 4 круга. Ой, блядь. Даже Рома Рябцев столько не косячил. Макс, а ты здесь? Или он ушел нахуй? А я здесь. А может тебе до финиша доехать? Самообладание повоспитываешь. Глядишь. Сейчас вдохни глубоко, успокойся. Ехай, блядь. А то у тебя какая-то хуйня происходит, и все, у тебя потянуло, блядь. У тебя то ли мотивация подпадает, то ли чё, блядь, и ты начинаешь, блядь. Ошибка на ошибке, нахуй. Надо преодолевать эти барьеры. Что скажешь? Так минута 22. Час 22.
какой смысл, да. Ну, вот и смысл. Доехать тебе. Не сильно разъебав машину. Точнее, желательно вообще ее не разъебав. Успокоиться, преодолеть себя, блядь. Ты когда-нибудь встанешь, блядь, и ты будешь до финиша доезжать. Да что такое, блядь? Что? Сука. Чё такое? Сейчас ты чё? А ты так и будешь вечно, блядь, не приезжать 24-часовые гонки. Понимаешь, я могу ехать медленнее. Я могу. Ехай. Не вопрос. Я могу ехать на 2 секунды медленнее. Я могу перестраховываться. Но я не люблю этого делать, понимаешь? Хорошо. Кого ты сейчас догонишь? Кого ты догнал, блядь? Толк назад откатился. К хуям куда-то. В круге он по 6-8 минут штампуешь. Потом ты хуйня, что это не спринт 20-минутный, как, блядь, это, Мазда вырки, нахуй. 20 минут проехал, 30 отдохнул, опять поехал. Тут нихуя, тут целые сутки ты хуяришь и хуяришь, блядь. Нельзя вот ошибаться жестоко. Когда надо, да, когда ты там за позицию борешься или еще что-то, надо уехать, догнать, да, надо включиться, блядь. Да, блядь. А так надо спокойно ехать, надо быстро, ну как бы, блядь. Перестраховываясь, может, теряя там полсекунды с круга, грубо говоря. А у тебя один разворот, уже десятка сразу, нахуй. Считай, на всем байке на секунду ушел. Нахуй, два круга по 8 минут последний. Че, меняемся или нет? Да смысл? Не, пусть едет. Я че, зря посрал, что? Ну, всякое может быть. Здесь тут наблюдатели сидит. Чуть ли не больше, чем пилотов.